отрасль промышленности и один из главных продуктов на столе россиян. Все это о молоке. Питательной жидкости посвящают пословицы и крылатые выражения, и даже придумали свой праздник – Всемирный день молока. В Ульяновске дату широко отмечают с 2013 года. Традиционно в начале июня на площади у Крывеческого музея появляются многочисленные палатки, привлекая жителей яркими вывесками и возможностью продегустировать молочную продукцию. Кефир, йогурт, ряженка, сыры – голодным не останется никто. Мы уже на дне молока второй раз, то есть в том году нас приглашало Министерство сельского хозяйства, и в этом году мы приехали. Привезли ряженку, топленку, молоко цельное, сыры, кочета, брынза, ряженка с пеночками. День молока в Ульяновске – это не только отличный повод для горожан ознакомиться с продукцией местного производства, но еще и чествование лучших товаропроизводителей. У нас достаточно активно развивается сельхозтоваропроизводители, и все, что касается молочной отрасли, у нас динамика одна из лучших в Российской Федерации. Мы буквально за 2018 год являемся лидерами по темпам роста производства молока. У нас, вы знаете, что каждый год мы практически реализуем по одному-двум крупным инвестпроектам по животноводческому комплексу молочного управления. Ну и, конечно же, ряд сельхозтоваропроизводителей – мы называем фермеры, которые постоянно занимаются, скажем так, реконструкцией, модернизацией, обновлением продуктивного скота. Оценить полезные свойства предложенной продукции можно было, не отходя от места празднеств. На площадке работала переносная лаборатория Ульяновского государственного аграрного университета, где студенты и преподаватели определяли качество молочки. Организаторы даже привезли на праздник корову и предложили жителям ее подоить. Кроме дегустации работал контактный зоопарк, фотозоны, проводились конкурсы. Шикарный праздник, огромное спасибо. Так все здорово, красиво, весело, очень вкусно. Мы все перепробовали, достались довольны. Есть все для взрослых, для деток. Огромная вам благодарность. Спасибо. Молочный праздник собрал несколько тысяч горожан. В завершении развлекательной программы всех участников ждал розыгрыш призов.